Здорово, подписчики. Вот приехал на Савеловский вокзал, Менделеевская, блин. Короче, добрались, водку нашли, время уже за 11, водку нашли только на Дмитровской. Оттуда я, I'll be back. А тут вот, блядь, товарищ, нахуй, Тамбовский волк, блядь. И Тамбовский волгоградский. Ну, рассказывай, волчара, как жизнь? Что, почем, как есть еще? Да. Ну, с точки зрения банальной эрудиции, конечно, не каждый индивидуум способен поглотить функцию парадоксальной тенденции, а так все заебись. Я понял. А так, что еще вам рассказать? Ну вот, живем мы тихо, спокойно, семейной жизнью. Да. Нас вроде как бы никто не трогает, а с другой стороны нас трогают. И тут не понимаешь, как сделать этот выбор. То ли тронуть того, кого не трогают, то ли тронуть того, кто, говорит, тебе всю жизнь, блядь, обосрал. Вот я вообще-то в замешательстве, если честно. Если сможете, отпизитесь, а я потом поинтересуюсь. Не надо отписываться. Как мне поступить лучше? Не надо отписываться, наоборот, надо подписываться на канал. Подписываться. Все, понял. Я дико извиняюсь. Ты не шатайся так быстро, а то камера не успевает фокусировать. Да я ебу какой-то телефон покупаешь. Ебло твое, блядь. Раз у тебя экран прыгает. Он у тебя фокус должен держать. Я ебу быстрее прыгать, чем иметь фокус. Кстати, сигарету мне кто-нибудь даст. Вон, фуру останови, нахуй. А, так я же не этот, не Алтай. Тот мог на четырех маслах фуру тормозить, лишь бы курить попросить. Да. Ну, что тебе рассказать? Да. Жизнь штука сложная. Кто на Савеловской? А никого там, ебать. Из старых, кто? Валера, блядь, я с тебя куртку снял. Перчатки кожные ему подарил. Кому? Валера Циклопу. А, одноглазым? Потом приезжаю, узнаю, что с него его сняли. Кому-то он подарил. А-а-а. Дебил. А он с больницы только в пиджачке был, блядь. Куртка охуенная. А я куртку младиковскую хуя, говорю, на. Сам, куртка, блядь, охуенная. В мастерке уехал, ебать, на Новослободку. Ну, ты ж знаешь меня, душа-то добрая. Ну да. Так-то хорошо, у меня дома лежало. Добряк, бля. Ну, пришел, оделся, блядь. А так что вам? Ебать, что он не фокусируется? Ты заебал шататься, блядь. Он фокус не ловит, нахуй. Так это рука шатается, Дия. Не надо к нему орать в него, блядь. Он чувствительный телефон. Вот, фокус, что рассказать. Да я хуй знаю. Где деньги на лодку берешь? Ну? Как, где ты даешь? Я, блядь. Ебать, вот. Опять я, блядь. А как? А Длинного давно не видели? Олега Длинного. Олежку видел, но не очень давно. Он не очень давно, я давно. Я уже совсем обухали. О, снежок запорошил. Заебись. Сегодня тепло тебе будет ночью. Все, хорошо. Чего, хорошо? Я тебя ебнусь. Да дай до 10 минут, блядь, доснимаю, чтоб ролик монетизировался. Опа, це, хуй на лице. Видишь, на тебе деньги зарабатывать. Ай? Нет. Да, нет. Что, много заработали? А я байбэк. А вообще вот, стою в окно и иду. А почему вот на свете так? Почему вот вы, суки, любите совсем по-другому ребят? О, М10. Ведь мы же родители, которые гордость, потому что сушить моря, делать все по-новому. Даже поехали до Салка, доедем. Да выкинь ты, если. Свой лифт, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорается зеленый сигнал. Спасибо. А ведь мы же ради этого гору свернуть, осушить моря. Так. Сделать все-все. Молоток тебе не нужен этот?
Да не трогайте его. Да не трогай, блин. А, он как, блядь, обезьяна, нахуй, ёбаный в рот. Видел? Хуже. Видел. Короче, я забыл уже. Да. Что хотел сказать? Уже давай, стихи читай. Что, 50 грамм выпил и пьяный? Нет. Короче, купил, ребята, я им бутылку нахуй, и чекушку они спиздили в магазине. А зачем ты признаешься? Вот чекушка свежеспизденная, славянская. Славяне пьют, короче, сегодня. Они еще бы не воровали. Статья 158 УК РФ, часть первая. Врет, врет, честно врет. Сейчас сделаю 161-ю. При попытке их бегству. Втыкают и сразу автоматом шлеп. Да не трогай ты окна, не чудачно. Пока тебя водила не пришел, мне наебнул монтировку. Да я этого водил, такой монтировку я наебнул. Рука моя еще пока тверда. Да? Если я сейчас тебе наебну. Еще один. Ираков, брат. Посмотрите на вот это тело. Да, да, да. Веди себя, блядь, по-человечески. Я по-человечески веду. Что, я не человек? На работу, скажите, на работу когда добрые, пойдешь? Я вот человек или нет? Или выгляжу несоответственно? Или как? Слегка вы... А, чисто выбрит, слегка пьян. Ботинки начищены? Конечно, на гуталининые я ебу. Так на гуталины не хватает. Если а я сегодня 19 день не пью, блядь. Представляю, как тебе хреново. Вот, ребят, еду, блядь, с бухими пацанами, нахуй, а сам не пью. У них водки 0,7, блядь. На двоих. Уже их... посчитал в граммах. Где, блядь, их ловить, блядь? А уже пришел заметь, посчитал в граммах. Сикоков раз. Ой, тихо. А что? А ты это, успокойся. А улица дать. Мутурская улица, дом 62. Ага. Оле надо отнести, да? 100 грамм. 50 хватит, ну и да. Не понял, он все, а что? Я говорю, Оле еще надо отнести. Он говорит, 50 хватит, ну и нахуй. Через ночей. Я на работу еду. На днях вычитал в газете анекдот. Так. У метра. Муж работает на трех работах, приходит домой, запаренный, язык на плече, блядь. Она говорит, дорогой, говорит, у тебя проблемы. Он говорит, какие? У меня, говорит, косметика подорожала. А где смеяться? Со шестого лопата. Где смеяться? Со шестого лопата смеяться. Ты задом наперед, что ли, анекдот читал? Ну, не пашу, блядь, на трех работах, а тут она его удивляет, что у нее косметика подорожала. Где смеяться? Вообще я не знаю, там, то ли лопату, но, по-моему, штыковая не поможет точно, берите совковую. Что, масса, да? А вообще, нормальный анекдот, вот мне понравился, когда я с Волгограда ехал, ага, на Павелецкий вокзал, когда меня Ксюха встречала там, Танчик. О, дело не в этом, кто встречал, суть другом. Вычитываю в газете. Так. Мама ругается. Ну сколько, говорит, я тебе говорила, ну не бегай ты за этими гаражами. Мам, говорит, ну там вся дворовая шпана. Вот именно ты, девочка. О, Савеловский вокзал. Остановка Петушки, выходите, курочки. Пожалуйста, ты приложите свой билет. Извините, главное, чеку. Все, переход зайдет. А, или на шестую пойдем. Ай, бог, быть на шестую. Под кого-нибудь? Да я не снимаю тебя, Серег, не переживай. Нет, я не надо. Не снимаю, не снимай. Мама, не насрать меня, муж. Что-то я никого там не вижу, но. Не, люди ублюдки. Что? Не видел? Да видел.
Он Женя говорит, нужен натуральный секс, говорит, я вам, говорит, прям подушки дал. Прям, говорит, напою сначала. Потом, говорит, любой подъезд зайдем. Но мне нужно, значит, видео натуральный секс. Либо видео натуральный бойни. Я говорю, так ебать, где ты был, когда я на Китай-городе был? Я говорю, я ебучий. Колючего не видел? Давно. Губу забрали опять, в церковь, да? Или куда там? В какую-то секту, блядь. Секту забрали губу. Никого там нету, нахуй. Или кто-то сидит, не вижу нихуя. Так они за... Нету никого. Сандалики, блин. Ах, снег, снежок, белая метелица. Наловился мандавошек, аж штаны шевелятся. Никого нихуя нет. Они, наверное, там. На первом выходе. Там народ. Там народ ходит. На ветродуйке. Блин, чё он так это? Волк. Ну, блядь, давай, что-то какой там анекдот вспомнил. Про лопату штыковую. Я же рассказал. А, все, да? Закончился? Что, еще рассказал? На ветродуйке нету. А, о, нет. А, это. Безопасник, что ли, ты? А что они? Какой? Веселый. Как, ну, анекдот, он, блядь, должен быть веселый, чтобы я не заплакал, блядь, после анекдота твоего. И это, покороче, там, не как Толстой писал, блядь, Лев Николаевич. Ёжик откинулся, идет по лесу. Так. Лысый же. У него палка котонка сверху. Лиса навстречу. Говорит, о, говорит, здорово, бобер. Тут, говорит, ты охуел, говорит, я же ёжик. Говорит, с какого хуя, говорит, ты же бобер. Да, говорит, я ежик. Да, говорит, ты бобер, да я, говорит, ежик. Друг другу доказывают. Говорит, слышь, говорит, пошли к сове. Та самая старая в лесу. Всех знает. А-а-а. Самая прошаренная, говорит. Ну все, они хуя к этому дупу. Начинает орать там, сова, сова. Тут сова с клюшкой выползает. Лиса кричит, говорит, он доказывает, что он ежик. А я хорошо, он бобер. Сова такая монокль надевает. Так вот ты какой, говорит, уссурийский тигр. Сам придумал. А? Ты сам что ли анекдоты сочиняешь? Ну, иногда бывает. Да, не такой уж и на красный, да? Никак цвет не такой. Чуть розовый. Не буду не знать. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Так. Папа говорит, это хорошо. Да, говорит, сынок, неплохо. Зеленый у нас, хуй ты стоишь. А я ебу. Ебу, Али-Бабу. Выходной. О, я как раз отсюда на этом, на первом диаметре уеду. Выходной день. Вот он, ребят, Савеловский вокзал наш любимый. Выходной день. Папа Вовочке валяется на диване, ну, разгадывая кроссворд. Так. Мама на кухне кочегарит. Ну, чуть отойди, а то тебя не видно. Но. А мама на кухне там кушеварит. Ну. Вовочка бегает, махает ей, папа такой, говорит, а ну, шинок, иди сюда. Говорит, что такое, бать? Так, говорит, побежал на кухню, сказал маме, что я хочу покатать ее на своем паровозике. Ага. Вовочка дриснул, прибегает.
Мама сказала, говорит, я, говорит, временно занят, а, говорит, папа, хай поторопится. Ага. Ну, пару раз такая система. Потом мама зовет Вовочку, говорит, не кричи ты, оглуши уже. Вова, иди, говорит, сюда. Ну? Говорит, пойди, говорит, скажи папе, мама готова покататься на его паровозике. Да. Прибегает Вове и говорит маме. Мама, говорит, папа сказал, что, говорит, был сильно занят, говорит, и уехал на ручной дрезине. Я понял. Здрасте. Савеловский вокзал. Охранница наша любимая. И тут нет никого. А где же они есть, блядь? О, волки, блядь. Никого? Куда ты, Серёг? А, внизу. Вот наш телевизор. Пульт, как всегда, проебали. Кина не будет, короче. А вон там я спал, ребят. В самом углу. Высота. Сколько тут высота? Сколько вот эта плитка? 20 сантиметров плитка. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать одна, двадцать две. Ну, считай, 23 на 24, 60. Почти 5 метров высота. Оттуда в арену летел, не разумею. А баха ёбнулся оттуда. Бошку расколол. Баха бошку расколол, а рыба упал, не разбился. Сейчас вот здесь есть. Да они барали, блядь, нет никого нихуя. А, может, циклоп, блядь, спит. Или они могут в этом, в лифте быть. Где это, куличь? Я не знаю, куда он пошел. Он еще бутной, блядь, орет, как потерпевший, блядь. Ну, нихуя уже, 17 минут видос. Я стою, беру, снимаю. Не суть разрешен. Не суть разрешен. Нету никого. Все, ну, вот такая история, короче, ребят. Валера живой, губу забрали в этот, в приют в какой-то. А, это, слышь, Леха, ты можешь немного? Одноногий, ну. Собрали, мне тоже нога почернела, как это. Собрали, я тоже не вижу. Уже недели три нет. Так что все. Вот вам карта. Чтобы не заблудились, когда попадете на Савеловский вокзал. Ждем от вас комментариев, лайков. В эфир не выходил, я сколько уже? Третий день не выхожу, ребят. Работы просто кошмар. Куча. Все, всех благ, всех обнял. Смотрим, подписываемся, кто не подписан, ставим лайки. Спасибо.